В микрорайоне Щелково 7 всего две улицы, точнее улица и проспект. И улица носит имя знаменитого маршала Неделина. Митрофан Иванович Неделин – советский военачальник, герой Великой Отечественной. В послевоенные годы – главный маршал артиллерии. Неделин внес большой вклад в создание ракетных войск стратегического назначения и был первым командующим РВСН. К Щелкову-7 он имеет самое непосредственное отношение, поскольку расположенная здесь космическая войсковая часть 26-178 изначально входила в состав РВСН. С именем Митрофана Неделина также связан и начальный этап советской космонавтики. Маршал погиб 24 октября 1960 года на космодроме Байконур при испытании первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Теперь его имя в соответствии с модными трендами увековечено в граффити на стене дома 13. Авторы – известные художники-граффитисты Александр Морсин и Илья Чичикин, чьи другие работы можно видеть в Щелкове. Открывали панно в торжественной обстановке. Очень хорошо, когда есть возможность совмещать такое молодежное творчество, стрит-арт и помнить еще и свою историю. И то, что мы сегодня делаем, открываем граффити здесь на улице Неделина. Короче, это очень круто. Всех, кто вот принимал в этом участие, и я благодарю, а старшему поколению и жителям микрорайона, надеюсь, это очень понравится, и вы подтвердите, что мы сделали все правильно. Огромное вам спасибо от всех наших жителей, и от молодежи, и от старшего поколения, и от среднего поколения. На мероприятии присутствовало много молодежи, представителей разных общественных патриотических организаций. Главный молодогвардеец Подмосковья Александр Толмачев, в частности, отметил, что в МГЕР подобные проекты реализуются в рамках направления, которое называется «Стены смыслов». Мы видим, как это реализуется в Щелково, это очень здорово. И мы добавляем, что в этот проект включены не только художники или творческие люди, а в этом проекте задействованы и те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи, те, кто увлекается историей. И я уверен, что имена героев будут жить, потому что мы узнаем о них не только через фильмы или учебники, а мы их встречаем на улицах, интересуемся, кто это, и история будет жить. Андрей Булгаков и Александр Толмачев внесли последний штрих в граффити на стене дома. Жители Щелково-7, особенно проживающие на улице Неделина, по достоинству оценили инициативу. Многие давно мечтали, чтобы имя военачальника было увековечено не только в названии улицы. Жители уже давно обращались с этой просьбой, чтобы появилась мемориальная доска сначала. Вот, но мы решили немножко сделать лучше и, соответственно, теперь имеем такой замечательный граффити на фасаде дома. Тем более этот дом находится напротив школы, чтобы все дети знали, по какой улице они ходят. Да? А то улица есть, а упоминаний о маршале нет. Теперь у нас в Щелково 7 такая достопримечательность. Маршал Неделин Митрофан Иванович – это для нас был путеводной звездой в нашей службе. Это был самый знаменитый командующий ракетными войсками стратегического назначения. И мы под его именем, я тоже был сначала в ракетных войсках, мы знали этого товарища. Это действительно настоящий боевой был маршал, генерал-маршал. И я считаю, что та фотография, которая сейчас красуется на нашем доме, это для нас многим обязывает. И я горжусь, что я живу на улице именно Неделина, маршала Неделина. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.